Друзья, приветствую вас на канале Паяльник ТВ. Как говорится, сказал А, говори и Б. Я полностью разобрался, как работает клон Спектрума Радуга, и в этом видео я раскрою тайну, как же он загружался и как он работал. Поковыряемся в прошивке и посмотрим, как блокировалось ПЗУ после загрузки. Но начнем с того, на чем мы остановились в прошлый раз. В прошлый раз я вам показал, что компьютер запускается, но было непонятно, как на него загрузить систему. У меня был дамп родного ПЗУ микросхемы KR-556RT5. Я не силен в ассемблере для Z80, но хороший человек под ником KafkaTSR вызвался дезассемблировать код для удобно читаемого вида, за что ему огромное спасибо. Однако мне не хотелось сидеть сложа руки, и поэтому я начал думать, а что если загрузчик, который лежит в этом дампе, это просто-напросто вырезанный загрузчик из стандартной прошивки спектрума. Начал копать в сторону того, как организована подпрограмма записи в спектруме, и натолкнулся на книгу, в которой полностью разбиралась прошивка спектрума. Честно скажу, что вначале я набрел на русский перевод книги, который был прям всратый, и его было невозможно читать. Но, к счастью, на английском все было довольно просто и понятно написано. Книга называется «Полный дезассемблинг спектрумского ПЗУ». Ссылочку оставлю в описании к видео. В этой книге я нашел код, отвечающий за загрузку. То есть тот код, который запускается в обычном спектруме, когда вы вводите команду load. Ну и каково было мое удивление, когда листинг загрузчика Радуги совпал с кодом этой программы. Единственное отличие заключается в одной строчке, под программе, которая восстанавливает побитого 1 байт. Насколько я понял, это некоторый период ожидания. В общем, в Радуге он был немного больше. И это логично, ведь Радуга работает на частоте 4 МГц взамен стандартной частоты спектрума в 3,5 МГц. Кстати, если посмотреть на прошивку от компьютера Baltic, который тоже работает на 4 МГц, то в программе загрузчика там тоже стоит CB вместо C5. Говоря простыми словами, загрузчик Радуги – это просто вырезанный стандартный загрузчик из прошивки Балтика, который просто в бесконечном цикле пытается загрузить программу, и если что-то идет не так, то перезапускается. К этому моменту я уже решил для себя, что в те же самые размеры хочу полностью переразвести плату, чтобы все там было четенько, и пересобрать ее. И заказывать плату буду, конечно же, как всегда, у наших спонсоров, компании GLC-PCB. Компания GLC-PCB занимается изготовлением и сборкой печатных плат на заказ. Просто закидывайте Gerber файлы на сайт компании, оплачивайте и получаете по почте. При желании можно выбрать цвет маски, толщину, количество и прочие параметры. Недавно появился новый цвет маски, фиолетовый. И вы только посмотрите, какой он классный. Качество изготовления отличное, я сам активно пользуюсь услугами компании и очень доволен результатом, поэтому советую. Все ссылочки будут в описании к видео. К этому моменту KafkaTSR, за что ему огромное спасибо еще раз, уже разобрал код и подробно рассказал мне, как он работает. Ссылочку на этот дезассемблированный код я также оставлю в описании к видео. Итак, прошивка начинается с окрашивания бордюра в белый цвет, очистки экранной области в ОЗУ и копирования изображения логотипа в эту область. Однако картинка лежит в некотором сжатом формате, в некоторой вариации RLE-кодирования. RLE-кодирование – это когда мы в данных имеем длинные повторяющиеся пакеты, которые можем заменить на один пакет и количество этих пакетов для экономии. А если взглянуть на изображение логотипа, то явно видно, что тут много повторяющихся байтов за счет полосок на весь экран одного цвета. Собственно, сразу после кода распаковщика логотипа следует сам логотип. Пролистываем. Дальше видим фамилию автора прошивки и, начиная с адреса 106, в 16-ричной форме начинается вторая часть прошивки. Для начала весь код с адреса 118 копируется в ОЗУ, начиная с адреса 6118, после чего переходит туда. Ну и как вы, наверное, поняли, код, скопированный в оперативную память, это и есть код загрузчика с кассеты. Ну а для продолжения теперь необходимо сначала отключить ПЗУ. Так как все полезное уже выполнено, код скопирован в ОЗУ, логотип нарисован на экране. Выполняется чтение из порта FE. При этом на линии А0 появляется логический 0, а на линии А7 логическая единица.
На 11-м выходе дешифратора ID4 появляется логический 0. Это сбросит вот этот триггер, который при включении и после ресета находится в установленном состоянии. За что он отвечает? Смотрите. В сброшенном состоянии на инверсном выходе триггера единица, которая попадает на вход 2 или не, и как бы блокирует его, то есть вне зависимости от уровня на втором входе 2 или не, на выходе будет 0. А значит, на один из входов 3 или не, тоже придет единица, и также его заблокируют. И сигнал RD-ROM выставится в единицу. А низкий уровень этого сигнала как раз и активирует чтение из ПЗУ. Ну а пока триггер находится в установленном состоянии, при обращении к первой странице памяти 0 на линиях A14 и A15 пройдет через 2 или не и попадет на 3 или не. И при нулевом уровне на линиях RD и MRQ активируется чтение из ПЗУ. Таким образом, при включении компьютера ПЗУ работает ровно до того момента, пока код загрузчика не спросится в оперативную память. Когда загрузчик уже в АЗУ, ПЗУ блокируется. Смотрим, что же дальше. Дальше выполняется код загрузчика, который является стандартным кодом загрузки байтов. Выставляется начальный адрес, то есть 0, и количество байт для загрузки, 4000 в 16-ричной форме, то есть 16 килобайт. Если возникли какие-то ошибки, то загрузчик перезапустится. Ну а так, по завершению загрузки, если все нормально, происходит запись в порт FF. Зачем? Для блокировки записи в АЗУ. Ну то есть мы загрузили 16 килобайт стандартной прошивки спектрума в первую страницу АЗУ, после чего необходимо заблокировать запись в эту первую страницу. При записи в порт FF на все том же дешифраторе ID4, но уже на четвертом выводе появляется логический 0, который сбросит уже второй вот этот триггер, и на его прямом выходе появится логический 0. К чему это приведет? В установленном состоянии единица как бы блокирует вот этот элемент 2 или, то есть на выходе единица вне зависимости от второго входа. Но когда мы сбрасываем триггер, при обращении к первой странице вот тут будет 0, и на линии RD будет 0 в момент чтения, далее единица, и в конечном счете на линии CSRAM будет 0, то есть при обращении к первой странице АЗУ шина данных будет подключаться к АЗУ. То есть получается, что до того, как мы заблокировали ПЗУ, доступ к первой странице АЗУ заблокирован. Отключили ПЗУ, и АЗУ полностью подключена к шине данных всегда по сигналу MRQ. Ну а после блокировки записи доступ к первой странице АЗУ получается только при чтении, то есть низкие уровни сигнала RD. Интересное и простое решение. Загрузили, отключили, загрузили, заблокировали. Дальше программа переходит в нулевой адрес, и по сути запускается стандартная прошивка спектрума. Так. Теперь мы разобрались с прошивкой, но как нам запустить систему? Ну и на самом деле все довольно просто. Я взял прошивку от компьютера Baltic и запустил в эмуляторе. Далее выполняем команду save, кавычки какое-нибудь имя, код 0.16384, и эмулятор как бы на кассету выгружает 16 килобайт системы. Записываем сигнал на кассету и подключаем к радуге. Запускаем Pilotone. И видим, как побежали данные. Об этом символизируют сине-желтые полоски на бордюре. 1,5 минуты, и видим заветную надпись Sinclair Research. Все, дальше можно запускать все игры и демки. Конечно, с эмулятора можно выгрузить этот TAP-файл и скинуть на телефон. И уже с телефона, через специальное приложение, загрузить его на Spectrum. На самом деле, вначале я так и делал, это, конечно, удобно. Но с кассетами как-то поаутентичнее. На этом, я считаю, тайну работы этого клона разгаданы. Правда, я по-прежнему не знаю историю его создания и разработки, что, конечно, очень жаль. Единственное, что я знаю, что этот компьютер применялся активно в местном кабельном телевидении. Как думаете, зачем его применяли? Друзья, если вам интересна тема старых компьютеров и вы хотите больше таких видео, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Это лучшая поддержка автора. Берегите себя и своих близких. А с вами был Андрей. Пока.